Друзья, приветствуем вас. У нас 13 ноября. Ну а мы продолжаем работать. Сегодня вам покажем двигатель VP13 VHI 550 лошадиных сил. Исполнение конфигурации E501. Значит, собственно, данный двигатель устанавливается на такие тягачи, как Шахман, X3000 и же с ними. Собственно, начнем с того, что, дорогие друзья, вот, есть такая на крыльчатке, есть такой ободок защитный, что достаточно редко встречается на двигателях, могу вам сказать точно. Далее по этой же стороне здесь можно наблюдать навесное оборудование, все, в которое может быть генератор тут вот стоит, уже вводные ремни установлены, только натянуть их и установить, собственно. Также видим электрокоса, тут все датчики, все запитаны, завязаны, все в косу. Вот у нас видно ЭБУ, блок управления. Хотел бы отметить, дорогие друзья, вот имеется сертификат на данный двигатель, что это говорит о том, что двигатель оригинальный. Также установлена топливная система, тут вот можем наблюдать топливную рампу, насос топливный, да. Также есть уже стоят фильтра грубой и тонкой очистки для очистки топлива, собственно. Установлен электростартер мощный на 24 вольта напряжением. С данной стороны, это задняя часть, мы можем наблюдать кожух маховика, собственно, со шпильками, что очень приятно, редко когда встречается, и сам маховик. Маховик закрыт консервационной бумагой, чтобы не ржавел. Сюда мы устанавливаем гидроусилитель, его в комплектации нет, не входит. По этой стороне можем увидеть мы двухпоршневой компрессор для сжатого воздуха, чтобы обеспечить, да, тормозную систему и все остальные пневмосистемы. Также видим турбина Garrett, также входит в комплект, уже откалиброванная и подключена к выпускному коллектору. В нижней части можем наблюдать два масляных фильтра, они также уже установлены. Здесь вот за этой крышкой находится теплообменник. Здесь мы видим сапун, шланг сапуна, здесь так называемый, вот выходит он из так называемой маслопомойки. Вот. Ну и, конечно же, не сказал про коллектор. Дорогие друзья, вот, обратите внимание, вот здесь можно заглянуть, есть подогрев воздуха. То есть в холодное время года можно запускать двигатель спокойно. Если еще у кого-то остались вопросы по данному мотору, ребят, пишите в комментариях, всегда ответим, или обращайтесь, проходите по ссылке на сайт. Ребята наши, менеджеры, умные, вас полностью проконсультируют, подскажут, что нужно сделать, и закроют все вопросы. Друзья, компания TechLife, доверие, заслуженное дело. Всем спасибо, всем пока!